Самаре стартовал чемпионат России по настольному теннису. Соревнования на первенство страны не проводились здесь с 1971 года. Более 30 команд, около 1,5 сотен спортсменов. Чтобы сыграть на чемпионате России, некоторые спортсмены преодолели тысячи километров. На входе участников турнира встречали волонтеры. Прежде чем проводить ребят в их номера, предлагали аккредитоваться. Фотография, печать и вот, бейджик готов. Носить их спортсмены будут до конца чемпионата. Участники делятся. Для них Самара не просто место проведения всероссийских соревнований, еще и возможность расширить кругозор. Дарья Маркова перед поездкой штудировала интернет, искала, что посмотреть и где побывать. Очень такой промышленный город. Это, получается, город, который стоит на реке Волга, СОК, Самара, да? И это достаточно торговый город. Слышала о том, что здесь бункер Сталина есть, и, в принципе, очень хочу туда сходить, посмотреть. Расселившись, ребята наконец-то смогли отдохнуть. Спортсмены к разъездам и гостиничным условиям привыкшие, а вот к погодным пришлось приспосабливаться. На родине Василия Румянцева, в Якутии, сейчас 40-градусные морозы и разница во времени с Самарой в 7 часов. Говорит, непривычно в феврале ходить по улице в кроссовках. Но больше всего поразил климат психологический и гостеприимство самарцев. С аэропорта выехали, сразу там плакаты висят. На приветствуем гостей, там чемпионата России. Такого раньше не видел. В соседнем крыле гости с другого конца страны, из южных краснодарских широт. Поезд с командой Арсения Гусева прибыл в Самару в 4 часа утра. Несмотря на усталость, настрой боевой. Говорит, команда дружная, спортсмены сильные, есть все шансы занять призовые места. Медали в каком-нибудь разряде или в парах. Больше всего в команде, конечно, хочется. За Кубань. Родную. Набравшись сил с дороги, спортсмены вооружились ракетками и приступили к тренировкам. Спортзалы, как говорится, прямо не отходя от кассы. В спортцентре, где разместились участники. На втором этаже есть еще два зала разминочные, где стоят еще по 3 стола с таким же половым покрытием и такого же качества столы. Это разминочные столы. Потому что, когда будет идти основная часть соревнований, у нас столы все 8 будут заняты, а спортсменам все равно надо где-то разминаться еще и готовиться. Это главный зал. Именно здесь будут вершиться судьбы спортсменов. Все соответствует международным стандартам. Выверено вплоть до миллиметра. 8 столов, высота каждого из них 76 сантиметров. Ширина 152,5, а длина 274. Именно на таких столах спортсмены тренировались у себя на родине. Диаметр мячей для настольного тенниса ровно 40 миллиметров. Вес 3 грамма. Во время игры этот маленький, почти невесомый шарик может летать над столом со скоростью в 160 км в час. Почти все необходимое оборудование в Самаре было. Страсти здесь будут кипеть вплоть до 28 февраля. Одна из сильнейших спортсменок, участница национальной сборной Мария Долгих, за 20 лет игры в настольный теннис, сейчас ей 27, повидала не один десяток спортивных залов. Здесь, говорит, все на высшем уровне. Признается, борьба предстоит нелегкая. На чемпионате много юных, сильных игроков. В Самаре именно есть вот молодые девочки, очень перспективные. Они все входят в состав национальной юниорской сборной. И с ними, естественно, надо бороться, потому что они представляют очень большую конкуренцию. Вот, и молодое поколение сейчас очень даже прибавило. Валентина Тормозакова из своих 19 11 лет играет в настольный теннис. Говорит, секрет успеха кроется в ежедневных тренировках. К себе на родину, в республику Хакасия, надеется вернуться с наградой. Победить кого-нибудь. Тут игроки очень все сильные. Кого-нибудь победить. Вечером, когда многие спортсмены уже закончили тренироваться, состоялся судейский брифинг. Тренерам подробно рассказали правила чемпионата и порядок проведения спортивных встреч. Кроме командных соревнований, участникам предстоит личное первенство. Сетку выстраивают на основе рейтинга игроков. Что касается личных соревнований, то 16 сильнейших спортсменов сразу попадают в сетку основную, да, а еще 48 человек будут бороться за право попасть в эту сетку, присоединиться к ним, будет 16 групп по 3 человека. Значит, тот, кто выигрывает под группе, тот и присоединяется к 16 сильнейшим. Когда судьи и тренеры обсудили все организационные вопросы, настало время долгожданной жеребьевки. Результаты удовлетворили всех. Судя по настроению тренеров, все без исключения команды нацелены на победу. Мы в восьмерке 70, нормальный, считаю, посев. Ну, все команды сильные, то есть нужно играть. Завтра настраиваться на игры. Мы первый тур пропускаем. Вторую встречу, скорее всего, будем играть с Нижним Новгородом. Сильная команда, шансы у нас высокие, конечно, спорт есть спорт. На этом первый день чемпионата завершился. Участникам и их тренерам необходимо как следует выспаться и настроиться на игру. Второй день обещает быть насыщенным. Теннисные турниры расписаны с утра до вечера.